Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй. И настало время поиграть в наших боевых котов. Так, ну что тут, мне не нужен никакой бонус итем. И Гаматото, что у меня там с Гаматото? Гаматото у меня еще будет бродить, как вы видите, 1,5 часа. Ну и пускай он себе дальше бродит, самосброд, и копает мне какие-нибудь полезные вещи. Ну а мы с вами приступаем к бою. Хотя, погодите, ребята, 25 тысяч я имею опыта и имею полное право кого-нибудь проапать. Но для начала мы с вами определимся все-таки кого. Стручковых? Ну, капсулу однозначно нет. Или кошаков в коробке? Или же вообще пока никого и глянем на кого-нибудь другого. Так, мачо-кот. Да ты что? Подожди, не то я сделал. Вернемся. Так, корова, птичка. Птичка мне не нужна, это однозначно. Вот его, может быть, все-таки великан. Титан, точнее даже. Ну что же, 9688. Итого у нас еще хватит, в принципе, на апик. Все, на этом у нас все, ребятушки. И теперь со спокойной душой отправляемся с вами в бой. И остановились мы с вами на Франции. Ну что ж, давайте глянем, что нас тут будет ожидать. Так, как вы знаете, я начинаю с ниндзей. Я обычно накапливаю на ниндзю, и он тут начинает всех шурудить. Давай, родной, выходи. Ну, скорее, скорее, вот, пошел. Пошел, красавчик, рубить там всех в капусту. Ну, а мы тем временем будем немножко апаться. Точнее, апать нашу казну. Я за ниндзю кота уверен на 100%, что он здесь справится. Такими темпами, если никто не выйдет более сильный, он дойдет до самого замка. А на замке 15 тысяч хп. Ну что ж, стручковые, ваш выход. Так, пока они тут добегут, мы будем потихоньку долбить егоную эльфилевскую башню. Эльфильская же башня вроде называется. Ну, это не важно. Башню, главное, ихнее здание. Так, пушечка у меня накопилась. И, если что, я из нее пальну. Так, вызываем Хромого. Пока он там доползет, как раз мы здесь немножечко с вами подкопим деньжат. Так, давайте-ка проапаемся еще маленечко. Итого у нас уже 1400, да? Ага, все, вышли гориллы. Теперь уже пора вызывать нашу армию. Потому что, как говорится, обстановочка накаляется. Смотри, что творит, а? Что творит горилла, а? Ни стыда, ни совести. Валит моих ниндзей только шорох. Ну, недолго ей осталось тут плясать. На худой конец я, как говорил, уже пальну из пушки. Чтобы было ему пусто. Давайте, ребята, вот этого Будда будет самое то, что надо. Сейчас как ладошкой треснет ему по щекам. И все, и он размажется. Скажет, ну за что вы меня обидели? Нет, единственная проблема в том, что пока он замахнется, его могут убить. Но мы этому не позволим, верно? Верно. Давай, Будда, оп, молодец. А вот с тюленем уже будет посложнее, потому что он красный. Он злой, он в гневе. Видите, что он сделал с моим Буддой? Просто его разбил. Так, кстати, я пока тут прикалываюсь, а вражина-то подкрадывается к моему замку. Этого нельзя допустить. Вот, это уже другой разговор. Так, рыба-кот знает, что почем. И по-быренькому сейчас будет здесь все разбирать и наводить порядки. Всякие крокодилы тут какие-то понавылазили. Так, ну что, кэш я проапал по полной программе. Ну, точнее, не кэш, а свою казну. Поэтому сейчас чисто сосредотачиваемся на своей армии. Так, пушка у меня готова. Пли. И все идут в мирной. И спокойненько, наверное, в этот раз добиваем его башню. Так, псина пошла отсюда. Крокодилы тут всякие нелепые. В общем, всякая нелепая шелупень. Так, ну давай, ниндзя, выходи. Да, мне, кстати, надо будет, наверное, что-то сделать с моей армией. Немножко кое-кого заменить. Например, вот этого вот первого и третьего
Потому что я ими практически не пользуюсь. Я всегда вызываю ниндзю, и тот делает свое дело. Что же, ребята, с победой нас. 12320 получаем мы опыта. Итого 14500. Так, здесь у меня в магазине ничего нету. Давайте тогда стартанем на следующий бой. И это будет у нас Германия, да? Хорошо. И кто же у нас будет в Германии нас атаковать, а? Ну, явно не крокодилы там и подобные букашки. Ух ты, смотрите, у них замок в виде пивной кружки. Видать, кто эту игру делал, знает их не традиции там, что они пивасик-то любят. Ну, в принципе, я тоже люблю пивасик, но это ни о чем не говорит, что я немец. Ладно. Просто в Германии считается, хотя почему только в Германии, блин, да? В Баварии, например, тоже варят пиво, и довольно неплохое. Ну да ладно, это мы немножко куда-то не туда отошли от темы. У нас в данный момент бойня котов как-никак, и мои ниндзи тут уже дают шороху. Так, надо в первую очередь по возможности увеличить свою казну, чтобы мы с запасом могли строить свою армию. Так, пушечка у меня зарядилась, что не может не радовать. И мы уже потихоньку теребунькаем его базу. Точнее, его пивную кружку. Так, стикманы, отойти от нас, не подходить к нам близко. Так, давайте, 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 давайте мне вот этого. Так. И еще, может быть, стручковых. В общем, пока все идет как нельзя хорошо. Базу почти расколупали. Крокодилы все-таки лезут здесь, да? Ну, значит, здесь не имеет значения, что это за страна. Бразилия или там Аргентина. Мобы остаются рандомные. Так, вот птичка мне вот это, честно говоря, сейчас будет очень сильно напрягать. Поэтому вот так вот сделаем, чтобы было ей неповадно. Потому что она моих котов сейчас быстренько размозжит. Так, давай, хромой, быстрее подтягивайся. Тебя только здесь и ждут, когда ты будешь атаковать своими маленькими кулачками. Вот так вот, молодец, красавчик. Вот жалко, нельзя у тебя с подноса яблочки там стырить. Уж больно мне захотелось яблочек поесть. Так, ладно, попрыгунчики эти, как их звать-то, стручковые. Стручковые атакуют. Так, ниндзя-кот уже на подходе у нас. Так, нет, ну что-то здесь уже, ребята, на самом деле не смешно, потому что вышла красная свинья, бегемот, птички, крокодилы, в общем, вся ихняя шайка-лейка. Поэтому нам нужно вызывать уже более крепкую армию, типа как коты и великаны, ну и, естественно, Будды. Так, давай, великаша пошел. Почему я его называю великаша, если он титан? Ну, мне просто так удобнее, так что не обращайте на это внимания. Так, все, мы, ребята, победили. Довольно легкий был уровень, на мой взгляд. И мы имеем 27 тысяч опыта. Сейчас мы что-нибудь с ними сделаем. Надо посмотреть. Так. Ну что ж, давайте проапаем. Отлично. Я просто люблю, когда все проапано полностью, чтобы лишний раз меня это не отвлекало, и я об этом не думал. Давайте также проапаем резерч. Наверное, уровня 2 поднимем, и все, на этом у нас закончились деньги, точнее опыт. И можно, в принципе, отсюда смело выходить. Так, ну что, стартуем, ребята. Как говорила бабка в поезде, стартуем. Так, очередная битва началась. Денмарк. То бишь, Денмарк, немцы вроде бы, если не ошибаюсь я. Ну да ладно, это не важно. Главное мне вот именно что. Кота ниндзю выпустить на волю. И он тогда тут начнет всех теребунькать. А еще лучше будет, если мы выпустим не одного кота, а несколько. Например, штучки 3 или 4. Нам этого вполне за глаза хватит. Единственное, хотелось бы верить, что здесь не будет босса. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Не будет босса, так будет какой-нибудь усиленный моб очередной. Какая-нибудь свинья или еще там что-нибудь. Что они здесь придумают, я даже не знаю. Ну, главное, пушечка у меня накалилась, а это очень хорошо. Так, ну что, пока все идет. О, ребята, ну вы посмотрите, а. На этот раз тут вышел слон. На-ка, выкуси. Нет, он выжил. Ладно.
Продолжаем теребунькать. Ух ты, сколько стикменов-то выбежало, а? Давай, ребятушки, из коробушки, покажите, почем тут фунт лиха. Так, выдержал удар слона. Это хорошо, значит, не такой он и салага, как кажется на первый взгляд. Ну что же, я смотрю, подтягивается моя братва. Двое из стручка, кот-ниндзя, ну и коты в коробке до сих пор еще живы. Как это ни странно. Надо будет их как-нибудь, наверное, проапать. Если я, конечно, не забуду. Так, этот слон, я смотрю, двигается очень-очень медленно, но зато очень-очень больно бьет своим хоботом. Так, давай-ка, может быть, вот именно, вот так вот оно будет лучше. И смотрите, как мы получили с вами прилично деньжат. На эти денежки, естественно, я смогу себе купить небольшую армию. Так, давай, Титан, Титан, давай, как звездани, как кулаком, чтобы разлетелись все эти стикмены куда подальше. Ну, пока вроде бы неплохо, неплохо мы идем. Слон этот тормозит, но, тем не менее, отбивается. Куча стикменов всяких бежит, все, нет слона. Как говорится, завалили мы его. Да ну нафиг, какие-то вонючие мелкие стикмены убили моего Титана. Небылица просто какая-то. Ладно, давайте выпустим нашего кота-черепаху, так назовем его. И пускай, а ему здесь не придется никого бить, потому что наша пушка убила всех этих стикменов. Так, змеи, змейки, песики, в общем, вся эта шелупень, которая сейчас просто-напросто сдохнет у меня. Так, давайте, ребята, из коробки на выход. Ваш выход на бис, так сказать. Так, буду на подлете, это замечательно. Так, давайте еще одного титана вызовем. И, в принципе, я думаю, мы сейчас базеночку-то им раздолбаем. И больше им некуда будет ползти. Тем более тут Будда сейчас своей ладошкой всех приголубит. Вот так вот. Рубит, как говорится, кия! И все, и они отдыхают. Не, ну кот-ниндзя все равно здесь рулит. Так, ну что же, ребята, 13-160 с очередной нас победой. И мы получаем с вами нового кота. А вот это уже интересно. Я вообще обожаю получать что-то новенькое. И это у нас специальный кот. Ну-ка, давайте-ка глянем, где он, кто он. Ага, Бандаж Кэт. Ёлки-палки, ну почему все время за консервы, а? Почему за консервы? Где взять, ребята, консервы? Если кто знает, отпишитесь мне, пожалуйста, я буду вам очень признателен. Потому что, кроме как за открытие новых котов, которые у меня открыты в энциклопедии по 5 баночек, я больше не знаю, где их брать. А хотелось бы хотя бы штучек 200. Ну да ладно, ребята, переходим с вами к следующей битве. И это у нас что будет? Норвегия. Ну что ж, неплохо. Видите, даже эмблема. Горбуша как-никак. Приступаем. Ну что же, изменять свои стратегии я не буду. Ждем кота-ниндзю и сразу же его выпускаем. Как раз тут пойдут сейчас всякие змейки, стикманы, наверное, собачки, крокодильчики, в общем, все самое начальное. Поэтому для заработка денег ниндзя-кот самое то, что нельзя лучше. Так, давай, давай, котяра, бомби, а я пока увеличу свою казну. Так, уже тыщеночку я смогу накопить. Это радует, ребята, это очень сильно радует. Так, два кота-ниндзя, это просто прелесть. Так, ну что, подобрались к базе. Давайте еще разочек апнемся. Отлично. Пушечка у меня готова, если что. Так, давайте на кого-нибудь накопим более мощного. Давайте вот этих двое из стручка. Так. Так, уже вышел баран. Ну, это уже посильнее у нас будет мобик. Ну, коты, я думаю, пока затащат все. Сейчас еще стручковые подтянутся, и будет вообще все в шоколаде у нас. Ну что, я до максимума развил свой банк, так скажем. И теперь у меня остается только вызывать свою армию. Ну и, естественно, нужно предугадывать, каких лучше вызывать. Так, пушка пошла. Отлично. Вот этот птенец меня, честно говоря, раздражает. Я даже не знаю, как и чем его лучше бить. Но если бы я знал английский язык, я думаю, что там в описании котов про каждого кота написано, кто какой против чего идет лучше.
Ну, а так мне приходится методом тыка все это делать, проверять все на личном опыте. Так, ладушки, давайте стручковые, подтягивайтесь, потому что здесь уже становится жарковато. Этот птенец разбил мне всю армию. Ну, наконец-то он сам отдуплился. Так, давай, рыбокот. Вот рыбокот у меня считается сейчас в данный момент элитой. Нет, в данный момент у меня считается элитой ниндзя-кот. Ну, рыбокот как нельзя тоже хорошо воюет. Так, а вот этих вот за 50 центов и за 100, я думаю, в ближайшее время от них избавиться. Они занимают слоты, просто мне пока некого поставить взамен. Нет, в принципе, можно кот и ящерицу, ну, как-то она себя не особо проявила. Так что, ребята, чувствую, пахнет уже победой. Уже пахнет победой, я прям чувствую, вот он, запах победы. Как я вам и говорил, 13580, и мы проходим в следующий уровень с вами. Но прежде, наверное, давайте немножечко апгрейдимся. Совсем капельку, совсем немножечко, чуть-чуть, так сказать. Так, что бы нам сделать, а? Давайте вот здесь, наверное, нет? Вот так, будет отлично. 7, да? А 10, если мы до 10 прапаемся, и единичка у нас останется или нет? То бишь, должно быть как 11, по идее. Ну да ладно, это мы узнаем все потом, попозже. О, ребятушка, а у нас энергии-то совсем нет. Ну что ж, давайте встретимся с вами немножечко попозже, раз такое дело. Всем привет, ребята, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить котов. Боевых котов, а не простых каких-то вшивых и плешивых. Здесь, хо-хо-хо, ребята, здесь что ни на есть элита, элита кошачья. Так, и мы с вами получаем бонусы. Так, 15 тысяч опыта, это великолепно просто. Ну что ты сюда выкатил на своем драндулете? Катись отсюда колбаской. Так, мы получаем также билетик счастливый. Это хорошо. Так, что вы еще дадите мне? У, консервы сколько? 20 штучек. Обожаю консервы. В плане получать, а не кушать. И еще получаем 50, да? Вау, 115. Я теперь смогу кого-нибудь купить. Так, реклама мне не нужна. Сразу ее закрываем, чтобы не мозолил глаза. И давайте посмотрим нашего копателя, что он нам принесет, если он вообще что-нибудь принесет. Так, ну я понял, что ты вернулся с экспедиции, весь уставший, но довольный. Так, получил второй уровень, салют тебе и хвала. Так, что тут такое? Так, он получил 116 опыта, потом он еще что-то получил. Это, короче, вся его история, что он делал все эти 6 часов. Бродил где-то. Где-то бродил паршивец. Интересно, а могу я вообще сразу реверт нажать и забрать все, что он насобирал? Так, он насобирал одну консерву и опыт. Ну что ж, ребят, давайте его отправим дальше в освояси. Пускай гуляет и добывает нам какие-нибудь полезности. Здесь он нам ни к чему. Пока, кошара, увидимся попозже. Так, а буквально через 6 часов. Вот так будет точнее. Ну, а мы с вами тем временем давайте откроем кота-капсулу. И что нам дадут? Вот мне очень интересно это знать. Давай, крутись, крутись и появись. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты мне длинноногий не нужен, к сожалению. И придется, наверное, тебя разобрать на опыт. 16 тысяч, ну что ж, тоже неплохо. Больше у меня здесь ничего нету. Зато я могу теперь кое-кого поапать. Так, давайте, наверное, зайдем в апгрейд и начнем смотреть. Ну, этих ребят я однозначно не буду начальных всех апать. Ни к чему. Так, в специальных котах у меня есть кто-нибудь? А то вдруг затесался какой-нибудь. Да, кстати, я хочу купить, ребятушки, за консервы. У меня же 116 штук. Так, ну на этого мне не хватает. А я хотел бы посмотреть, что это за кот. Бандаж. Так, или буги кота, или самурая кота. Блин, я даже не знаю, кого лучше взять, а, ребят. Ну, я склоняюсь, наверное, все-таки к самураю. Потому что у меня ниндзя-кот есть, он меня не подводит. Довольно хороший кошара. И я думаю, что самурай ни чуточки хуже не будет.
Так, 7 уровня мы ему апнули. Надо будет обязательно пропать до 10. Я хочу глянуть, что он из себя будет представлять. Ну и пока на этом, ребята, все. Надо нам идти с вами воевать. А то мы чем-то не тем занялись. Да, кстати, надо зайти в меню и получить свои законные 5 баночек консервов. Вот так-то оно будет лучше. Ага, вот он как выглядит, да, значит? В шапке в этой и с флагом, с флагштоком. Ну что же, хорошо. Я теперь буду знать, как он выглядит. Хотелось бы, конечно, знать, как он выглядит проапанным. Но это все будет немножечко позже. Хотя у нас еще не установлен он в ячейку. Надо его поставить обязательно. Так, кого мы уберем с вами, а? Давайте, наверное, колбаску. Да, колбаску, он нам не нужен. За 50 центов пускай стоит. А колбаса нам не нужна. Слишком мало толку от него. Ну, а теперь со спокойной душой в бой, ребята. И ждет нас... Ага, Соединенное Королевство. Ну что же, хорошо. Начинаются тут всякие крокодильчики ползучие ползти. А мы, как всегда, ждем нашего ниндзю-кота на жабе. И он выходит. Красавец. Так, ну что же, я думаю, ему здесь вполне хватит забомбить этих всех чудиков. А мы в это время будем увеличивать свою казну. Как запахнет жареным, сразу начнем строить приличную армию. Так, а вот и наш самурайчик. Ну, довольно так неплохо выглядит. Так, нет, надо уже расстраиваться, ребята. Уже идут бараны, а это уже плохо. Так, что же он делает, наш этот самурай? Дайте хоть глянуть, чем он бьет. Наверное, палкой этой или мечом. Сейчас глянем. Так, пушечка моя идеально сработала. Так, ниндзя-кот, дай мне хоть одного-то шлепнуть. Ты не видишь, самураи идут. Так, отдуплился он. Ага, ну я так и думал, что он бьет именно вот этим вот флагштоком. Кстати, слон здесь вообще не в тему, и он меня раздражает. Вы же прекрасно знаете, какой этот говнюк очень мощный. Так, давайте-ка, наверное, вызовем еще. Вот так вот. Так, лишь бы Буду не разбили раньше времени. А так все будет в идеале. Он здесь займется ими по полной программе. Ну какие я? Вот это другой разговор. Давайте плодить ниндзя-самураев. Хотя мне бы еще, конечно, бы хотелось бы вызволить титана-кота. Но, как видите, он стоит 1300. Поэтому выгоднее вызывать, как бы их назвать-то правильно, кота-рыбов. Рыба-кот. Кот-рыба. Назовем его кот-рыба, просто кот-рыба. Так, самураи мои идут. Ну, смотрите, ребята вроде бы довольно крепкие. Падают не сразу, но все-таки все равно падают. Давайте-ка... Давайте вот этого еще раз вызовем. И будет все у нас четко. Так, рыба, кот, как-никак... Блин, хотел же прапать. Ладно, забыл. Ну, бывает. Так, стручковые подтягиваются. Еще разок вызовем самурая. Так, черепаха наша ползет. Черепаха. Назову же тоже. Давайте бомбанем с пушки. Ага, замечательно. Но слон все-таки, как видите, крепкий малый. Просто так сдаваться не хочет. Вон черепаха, видите, как... Ой, кулачками своим бам-бам и умер, да? Оказывается, он... Может быть, он и сильный, но мне кажется, что он слишком ватный. Мягкотелый, так сказать. Не привыкший к таким профессиональным боям, как вот мои самураи или ниндзя-коты, которые здесь чувствуют себя как рыбка в море. Так, ну какого лешего здесь делает слон? Я так и не понимаю, да? В Норвегии должны были нападать на нас какие-нибудь рыбы, горбуши, там, осьминоги или еще что-нибудь. В Объединенном Королевстве, я не знаю, вообще должны быть какие-нибудь там стикманы лучше бы нападали. Давайте бомбанем. А здесь же у них слоны, бараны, свиньи. Что это за война животных, а? Битва котов. Вот как она звучит, а не битва животных. Хотя коты тоже животные, что я несу-то? Да, ну, заносит порой бывает, поэтому не обращайте, ребят, на это внимания. Все у нас отлично. Так, где эти там? Вот, ползут. Отлично.
Так, ну что, практически подошли мы к базе. Коробка бежит, 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 бежит. И начинает атаковать их дубиной. Вот так вот. Так сказать, нагревая их сверху. Давай, ползун, иди сюда. Ну, в принципе, все, ребята. Авансом могу сказать, что здесь мы победили. Очень быстро уносится жизнь у башни. И победа за нами. 14 тысяч опыта. Блин, хотелось бы в разиков 5 побольше. Так, и общего у нас 22 843. И я могу проапать своего кота. Блин, жалко, не хватает еще на один ап. Но, тем не менее, осталось всего 2. И мы его повысим до максималочки. Так, Гренландия. Ну что же, давайте глянем, что ждет нас в Гренландии. Так, здесь у нас холодно, да? Зима. Причем здесь Санта-Клаус у них на башне, я так и не понял. Ладно, выжидаем время. Выжидаем. Пошел, родной. Так, сейчас этих стикванов мы быстро порубим. Блин, а какого фига он уже тут свинью-то выслал, а? Мне так не нравится такой подход. Давайте еще вызывать. Ой, тут еще и зайцы. Ну, вообще великолепно. Так, а у меня всего 2 ниндзя. Ёлки-палки. И денег нету ни шиша. Придется как-то держать оборону именно ими. Так, давай, самурайчик, устрой-ка им там карнавальную ночку. Свинья, сдохни уже. Молодец. Послушалась меня и решила сдохнуть. Так, пушка. Надо будет, если что, активировать ее, потому что эти кролики тут задолбали уже. Слишком много их. Давайте бомбанем. Вот так вот, отлично. И теперь у нас 1800. Практически самый максимум, что здесь можно набрать. Так, довольно неплохая у меня армия собралась у его замка. Но этот тюлень напрягает меня. Напрягает, если честно. Все, сдох. Ну что же, ребята, а теперь просто-напросто приступаем к разборке его базы. Ну а как вы успели заметить, то базу мы разбираем достаточно легко. Кролики против нас сделать ничего не могут. Тем более у нас здесь стоит Будда, который сейчас ладушкой своей просто разнесет базу в хлам. Еще удар, и победа, ребята, наша. Поздравляю нас с этой очередной победой. И мы получаем с вами нового кота. Вот это уже интересно. Хочется глянуть. Блин, опять специальный кот. Я надеюсь, не за консервы. Где он? Думкат. Конечно же, за консервы. И к тому же 150. Ну где же я возьму столько банок? Конечно же, нигде. Поэтому мне это приносит очень мало радости. И тогда мы просто сейчас с вами будем апать. Давайте апнем, наверное, до упора. Резерч. И последний ап. Так, ну что, у нас практически все проапано. Вот, теперь уже точно. И мы с вами отправляемся на очередную карту. И ждет нас впереди, что? Канада. Хорошо, давайте, ребята, приступим к разборке Канады. Канада, Канада. В общем, без разницы. Так, база у них выглядит в форме застывшего льда. Ну, тем лучше для нас. К тому же она стоит очень близко от нас. Давай, ниндзя-кот пошел. Сейчас он там будет этих, как вы знаете, змеек и всю эту шелупень просто разносить в пух и прах. Тем самым давая нам преимущество в накоплении денег. Так, второй пошел. Ну, они сейчас дойдут буквально до базы и будут ее бомбить потихоньку. А потом начнутся вылазить всякие чудики, которые будут нам всячески мешать. Ну что, где вы там? Так, осталось 16 тысяч жизней у базы. Так, пушка моя накопилась. И это очень хорошо. Теперь, если кто-то и вылезет помощнее, естественно, мы его сразу из этой пушечки и долбанем. Так, коты справляются, пока все хорошо. Все идет как надо. Денежки у нас капают. Единственное, что нам еще осталось казну увеличить до максимума. У нас пока 7 уровень. Вот теперь 8. Так, 9000. И пока почему-то... Ага, вот они вылезли. Гориллы и бараны всякие тут. Ну-ка, как вам так?
черт подери, не зацепило. Точнее, зацепило, но не убило. Ёлки-палки, что-то уж больно рьяно они рванули как-то, а? Мне такой подход не нравится. Надо что-то придумывать, ребята. И как можно скорее. Так, давайте, 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 бейте. Самураи, вы что? Коты, как так? Не подпускаем их. Блин, пушка еще долго заряжаться будет. Ёлки-палки, ну-ка, великан, точнее, титан. Так, ну, вроде немножко оттолкнули. Давай, рыба-кот, иди. Кусай их там всех. Так, стручковые пошли. Коробочники. Ну, вроде бы как отбились. Так, ага, отбились. Он вызвал еще подкрепление себе. Плюс синяя свинья. Точнее, почему синяя, блин? Красная. Что у меня этот синий цвет в голове засел, а? Так, ну, вроде бы отбили. И опять мы дошли до его базы. Так, ну, я думаю, здесь у него шансов, чтобы выжить, естественно, никаких не будет. Так, давай-ка, все. Я хотел сказать, сейчас у меня типа Будда ладошкой пригреет и все будет замечательно. Ну, в принципе, так оно и вышло. Так, что у нас там с энергией, ребята? Посмотрим, есть ли она вообще. Так, 59 энергии, буквально, ребята, на один заход. Давайте что-нибудь себе улучшим. Так, где у нас? Так, давайте, наверное, самурая. Самурая прапаем до последнего апа. И я думаю, что будет хорошо. Нью-Йорк. Ну что ж, давайте нападем на Нью-Йорк. Это, наверное, будет заключительная битва на сегодня. Только лишь из-за того, что у нас не хватит маны. Точнее, ну, маны, очков, ходов. Как хотите это называйте, но вы поняли факт. Так, давай, ниндзя-кот пошел. Ниндзя-кот на начальных уровнях, на начальных вот этих этапах очень хорош, как я вам говорил. Он вполне легко разбирается с змейками, с собачками, с тикменами. В общем, это для него шелуха. А если их двое, то это вообще красота. Так, прокачиваем пока свой бюджет. Идет все пока как надо. Сейчас уже и пушечка у нас с вами накопится. Все, подошли мы к базе и начинаем ее потихоньку разбирать. Так, орудие мое уже готово. Это на будущее. Потому что, как вы знаете, где-то на половине... Ага, даже вот как. Даже сразу он решил вызывать красных тюленей. Ну-ка, выкуси. Блин, знать бы, насколько бьет мое орудие. И насколько бьют коты. Нет вот этих вот показателей. Ни мощи, ни урона, ни атаки, ни уворота. Приходится все допетривать самому. Методом тыка и методом проб. Ладно, но это единственная игра, где я такое видел. Больше обычно нет такого. В принципе, мы играем, как сказать, с предсказуемостью. И пока еще я не видел здесь ни одного босса. Хотя, может быть, и видел, но как бы не считал их за боссов. Потому что, я думаю, здесь боссы будут довольно глобальные и не такие простенькие, как обычные мобы. Так, давай, черепаха, доползай быстрее. Так, Будда, давай ладошкой. Так, пушка у меня готова. Можно, в принципе, сделать залп. Так, пока вроде справляются, да? Ну, пока справляются. Так, сделали небольшую зачистку. Да, и казна у меня слишком маленькая, да? 1800 общего счета. Это, конечно, очень слабо. Из расчета того, что у меня юниты стоят 1100, 1300, 800, конечно же, это мало. Так, ну что, свинья, когда же ты откопытишься-то, а? Издашь свой дух и улетишь на небеса. Я вижу только руку Будды, которая там мелькает. Оп. Так, замечательно, самурай готов. Наверное, после этого игры прапы самурай, если, конечно, хватит у меня опыта. Так, великан пошел. Почему великан? Все, никак не могу привыкнуть, что это титан. Нифига, тюлень не держится. Ну-ка, давай, титан, устройка здесь взбучку. Рыба-кот побежала. Так, Будда. Черт, они меня стесняют. Точнее, притесняют. Точнее, сдвигают даже. Но это все ерунда. Мои солдаты на подходе.
поэтому никаких шансов у них, естественно, не будет. И к тому же мы уже всех разобрали. Осталось только подойти и разбить его базу. Что мы сделаем? Да елки-палки. Хотел сказать, что мы сделаем с превеликим удовольствием. Ну, мы это и сделали. 15 800 опыта получили. Хорошо. Интересно, мне хватит, предположим, прапать того же самого самурая или нет? А нет, смотрите-ка, ребята, мы еще с вами сделаем одну и уже заключительную битву. Это в Бермуде. Точнее, я так понимаю, это как бы Бермудский треугольник, да? Ну да, так и есть. Подбитый самолетик на каком-то там айсберге. Таким самым способом они показали, что это Бермудский треугольник. Ладно, пошел ниндзя-кот разбираться у меня с этими собачками и змейками. Так, давайте следующего накопим. Ну, давай, быстрее. Нет, и казна, и это, давайте. А вот теперь будем уже развивать, наверное, казну. Поехали. Так, ну, два ниндзя-кота здесь хватит на начальных этих вот этапах. Опачки, а вот это что-то уже свеженькое, новенькое. Кенгурята какая-то выбежала, блин. Нежданно, негаданно. Ну-ка, давай-ка испальнем. Так, нифига. Смотри, как она херачит, а. Ёлки ты палки. Да что ж ты будешь делать-то с ней, а? Как ее бить-то? Она просто не дает подойти к себе. Я уже делаю всех, кого могу. Даже этого кота первосортного сделал. Да, слушайте. Сейчас, по-моему, меня здесь и разбомбят. Ёлки ты палки, он уже бьет мою базу. Блин, и пушка-то моя не зарядилась. Нифига, денег, элементарно нету денег, чтобы купить себе юнитов. Вот это попадос, ребята. Я бы сказал, даже очень печально получается. Ну-ка, пальнем давай. Так, что у меня с деньгами? Да нифига, ничего хорошего не дали. О, неужели, блин. Фух, все-таки отстояли мы честь своего замка. Ну что же, продвигаемся тогда потихоньку к его башне. Давайте, стручковый, вперед. Ниндзя. Так, у него тут начинаются всякие красные кролики выбегать. Самурай, пошел. Так, что, наверное, казну все-таки, да. Ну, уже 1600, это уже будет лучше. Так, давайте до последнего уровня прапаем. Вот, теперь будем заниматься чисто своей армией. Так, ну где, кто? Так, замечательно пока. Ну, давай, кошара, выходи. Давай. Вызываем нашего титана. Ну, если что, на ходу конец бомбанем из пушки. Так. Отлично. Все. Теперь можно чисто разбивать. Я надеюсь, что больше никто здесь не выйдет, типа такого кенгуру или еще кого-нибудь. Хотя уже армия более-менее сильная. И особых проблем с ним уже не будет. Ну да, все, базу мы разбили, можно так сказать. Шансов у него нету. Так. Ну что же, ребята, я поздравляю нас с очередной победой. 16240 мы получаем опыта. И в общей сложности 34000. Ну что ж, давайте, наверное, сделаем... Где у меня самурай? До последнего уровня. Ух ты, это что у него там? Шлем, что ли, какой-то получается или нет? Так, а больше я не... Хотя могу стручковых, но зачем? А здесь кого-нибудь можно прапать? Рыбу. Так, давайте, наверное, по пушкам. Зачем по пушкам? Можно, в принципе, жизнь увеличить, да? Или же энергию. Честно говоря, я до сих пор не понял, что она дает, эта энергия. Ну, сделаем. Давайте еще один ап. И все, больше у нас не хватает. Ну что, ребята, на этой ноте я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Что нас там ждет? Мы остановились с вами на Ямайке. Это уже будет у нас в следующем выпуске. Всем пока, ребята. До скорых встреч, удачи. You can't stop bounce.